Всем привет! С вами, как всегда, канал Великан, и я его ведущий Обзор Леонид. Сегодня у нас в гостях электрический гриль от компании Scarlett, которая зарегистрирована в Великобритании и является российско-китайской торговой маркой, принадлежащей Arima Holding Corporation. Стоит отметить, с помощью данного гриля вы сможете приготовить вкусные и полезные блюда из рыбы, птицы, мяса и овощей. А благодаря интуитивно понятному электронному управлению вы получите профессиональный результат в домашних условиях. Корпус прибора выполнен из стали, в том числе и большая массивная ручка, которая в процессе работы не нагревается. А это, как по мне, очень важно. Имея плавную регулировку верхней крышки, прибор фиксируется в двух положениях – на 105 и 180 градусов. Для идеального результата приготовления панини или мяса, а помогает ему фиксироваться в двух положениях расположенная на ручке кнопка, утопив внутрь которую крышка приводится в движение. Открытие на 180 градусов позволяет вам легко и быстро приготовить в два раза больше мяса, а также использовать прибор в качестве открытого гриля. Сами же панели легкосъемные. Имеют многослойное антипригарное покрытие, которое можно мыть даже у посудомоечной машины. Снимаются пластины нажатием кнопки, расположенной в боковой части прибора, как на крышке, так и на корпусе. Фиксируется также легко. А благодаря выступающему бортику на верхней и нижней панели, сок с мяса в процессе готовки будет собираться в поддон, расположенный в нижней части устройства, который легко снимается и моется. Под пластинами устройства расположен мощный нагревательный элемент 2000 Вт. Благодаря раздельному управлению с индивидуальными настройками между верхним и нижним нагревом, широкий диапазон позволит вам регулировать температуру от 150 до 220 градусов, что идеально подойдет для консистенции любого блюда, а также таймер на 30 минут с шагом в 1 минуту для максимально комфортного приготовления. Располагается наш гриль на четырех ножках, имеющих резиновые подушечки, шнур, длина которого около метра. Для хранения можно располагать в специальном гнезде. Таким образом, прибор займет гораздо меньше места. Как по мне, грильница в доме всегда нужная вещь, особенно для любителей продуктов на гриле. Покупать данный товар или обходить стороной, право выбора остается за вами. С вами, как всегда, был Леонид. Не забываем подписываться на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Всем пока-пока.